добрый. Опять появилась третья султанша. Милена 22 подписана. Опять гадости пишет, опять гавкает неизвестно. Что она гавкает, чтобы ей было против, в ее кармане, в ее посуде. Детей я не трогала, я не имела права трогать детей. И я не трону никогда, как вы трогаете детей всех. Теперь послушай меня, красивая. Пока он не рассчитается с халавдами и не решит этот вопрос, от него ничего не уйдет. Я ему сказала, на той неделе мы встретимся на людях. И мы решим, кто права, кто вина. А теперь послушай меня, ты мне говоришь, это, я могу стать его третьей женой? Доченька, что есть на свете, что было у тебя на морде? И теперь послушай меня, я никогда не могу стать третьей его женой, а сколько ты еще будешь иметь, неизвестно. У меня был один муж и будет до конца. И тебе не дано со мной даже разговаривать и мне писать. Ты грязная женщина, паскудная. И ты такая странина, как и твой муж в данный момент. Пока ты лезешь за своего мужа, вот тут ты отстранена.